Короче, отдыхаем тут. Вот в этом домике мы живем, как раз на балконе. В этом домике вторая банда. И третья банда вон там в доме напротив. Народ купается, загорается, все нормально. Пойду Олега поищу, где-то там в бильярд фигачит. Гора, Сашка купаются. Ты справишься здесь? Все нормально у вас? Да. Смотрите, там не заплывайте под эту закрывушку. Да, я не знаю, куда ее девать, честно говоря. Как ее правильно снимать. А вот и банда. Уже мокрые, пьяные, довольные. Все нормально. Вот Ник сушит свои телеса. Вот Саша сушит свои. Все нормально. О, песик. Вот это наша комната. Егор зашел переодеться после хот-таба. Вот это у нас две двуспальни, два мамонта. Я в кидзрум буду жить. Егор будет жить в кидзрум. Сейчас мы попробуем выйти на балкон. Извините за трясучку. А вот наш балкон. Стол. Народ наш там трется. Хорошо. Дети нашли компанию. Сидят, трындят. Их не удивишь этими чудесами. Океаны, дескать, хоть табу, вот это все, бильярды. Им это нафиг не надо. А вот мы сейчас колечко покидаем мяч, если найдем его. Наконец-то приплыла моя любовь. Час ее не было. Рулечка, ты где будешь выходить, дорогая, может быть? Тебя там вынуть? Сейчас я тебя вытащу. Где ты была, дорогая? Я решила посмотреть, что там за островки. Ну. Егор нашел доску для серфинга и выпендривается. Не то чтобы Егор тебя сильно видно, но как-то заснял. Это видео. Полундра. Дети тут развлекаются, бильярд, настольный футбол. И Егор выходит, блин.